ведущая, Мария Карпинская, это я, и Андрей Филатов перед вами здесь. И у нас в гостях Юрий Эдемский с проектом «Мир глазами слепых детей». Сейчас я обращусь к тому анонсу, если кто не читал, который есть на нашем лайф-радио. Вот, значит, и прочитаю его. Он является, а данный анонс Юрий Эдемский не знает о нем, вот, и для вас это будет тоже как бы новостью. Впервые мы, ведущие программы, Мария Карпинская, она же Лилит, Андрей Филатов, великий дух Гёте, вместе со всеми образами бессмертных произведений, ведем расследование в прямом эфире живого радио по законам Эйнштейна и теории относительности, используя главную формулу жизни, устанавливаем правомерность разгерметизации проекта и включаем пусковой механизм управления общественными процессами на границе между мирами. Вам такое понятно, да, предложение? Линейное уравнение жизни заканчивает свой путь неведения, и возрождаются давно забытые формулы из осколков памяти погибшего Фаэтона. Вас это не пугает такое? Нет, да? Значит так, разъяснение. Лилит, душа Бога, суть его, энергия, творение, воплощение. Проект Юрия Михайловича Эдемского «Мир глазами слепых детей». Значит, и вот такие стихи я взяла. «Слепым хорошо, их участь не видеть. У них мозгу веселее, чем у нас. Слепого можно лишь зрением обидеть, дав ему, как земной шар, один большой глаз». Как раз то радарное зрение. Так сказал поэт Владимир Оксиковский. Но Юрий Эдемский, инженер, познакомился с методикой академика Вячеслава Бронникова и стал руководителем и автором нового проекта для детей будущего. Слепым возвращается зрение, но другое. Радарное. В мозгу каждого человека есть живой биокомпьютер, который может почти все. Это наше рулевое управление. Если я что-то ошибусь, вы скажете, что я ошибаюсь. О котором мы забыли и потеряли ключи от нас самих, как живых космических кораблей. Овладеть управлением биокомпьютера – это научиться видеть мозгом и входить в мир виртуальных образов собственного космоса, а затем научиться переноситься из одного космоса в другой. Это путешествие по мирам и по времени. Кажется, что так утверждает и академик Вячеслав Бронников. И это подтверждают его выпускники и учащиеся. Об этом расскажет Юрий Эдемский. Значит, ну вот тут насчет фильмов, к сожалению, мы не сможем их показать, но они у нас есть. И если вы захотите, вы можете нам написать, а я вас потом переправлю к Эдемскому, когда он расскажет. Значит, а также ведущие духи образов Гёте уже провели расследование и готовы открыть вам все, о чем разузнали. Используя шпионские методы всех разведок мира, я, Лилит, как частица нейтрино, проникала сквозь все загерметизированные друг от друга микрокосмы и поведу вас, дорогие слушатели, через стены непонимания, невежества, а порой и мракобесия, к узкому горлышку песочных часов, протекая сквозь которые вы окажетесь за границей линейного сознания в открытом космосе. Значит, ну и дальше, как у меня есть земной космос, и по его откровениям я сверяю свой курс. Знаете, кто он? Он советник экономического управления президента Российской Федерации Маслов Леонид Иванович. Он не простой ученый старой закалки, профессор и академик, между прочим, настоящий. Мое шпионское чутье подсказало мне, что я не ошиблась. Именно он пишет откровения людям нового века. Не могу не удержаться, чтобы не процитировать еще несколько слов. Конечно, квантовый переход коснется каждого человека, в каком бы мире он ни находился, но более всего достанется людям материального мира, или другими словами, людям, которые находятся в материализованном состоянии. И дальше я вам прочитаю слова Гёте, которые я здесь взяла. Герольд говорит: «С той поры, как в маскараде, я служу порядка ради, как Герольд, всегда у входа. Я смотрю, чтоб среди народа не пробрался к нам губитель, твердый, верный я хранитель». И Манту говорит: «Чуконские копыта застучали, священные ступени зазвучали». «Не полубогель позднюю порой подходят, Херон, верно, лишь глаза открой, Гёте». Вот такой для вас сделан в интернете анонс, в который заложено очень много сразу знаний. Я специально прочитала это Юрию Эдемскому. И, собственно, вот ассоциации на данный анонс, он и начнет свой разговор. Итак, Юрий Эдемский, слушаем вас внимательно.
Вот. Вопросы мы будем задавать вот вместе с Андреем Филатовым по ходу, да? То есть, если... Хорошо. Угу. Ну, я, во-первых, хочу начать со следующего. Я думаю, что это будет более важно, чтобы мы узнали вообще о главном. Угу. Вот зачем я этим занимаюсь, почему это так важно. И вы сейчас об этом сказали, о квантовом переходе, что такое происходит в мире. И начну я вот с чего. В 1999 году я познакомился с Вячеславом Михайловичем Бронниковым. Момент, вот я еще раз тогда, я узнала, что Юрий Демский до 99 года кем вы были? Инженер. Инженер был, да. Просто инженер. Значит, и в 90... И дальше вот следуем уже. Ага. И так вот дорога меня привела. Ага. Кстати сказать, я пришел к Вячеславу Михайловичу через два дня после прочтения первой книги «Анастасия». Значит, там, все-таки там привела речь... вас Анастасия Мегре, да? Не то, что Анастасия, там есть глава «Суперкомпьютер». Угу. Я увидел, что человек, обладая такими потрясающими возможностями, может быть в контакте с этим суперкомпьютером, таким разумом внеземным. И у меня задался вопрос, а как это осуществить? И вдруг через два дня я попадаю в Академию развития человека, там это вот как бы не случайно, да? Вот сначала как бы, книгу, да, как прочитали, привело, книга вас привела к Бронникову. Буквально, да? Вот в считанные дни. Ага, сейчас мы будем вот это все, ну, да. Что же случилось дальше? Дальше в 2000 году, вот так волею судьбы, я оказался в Санкт-Петербурге на Международном конгрессе «Итоги тысячелетия», проходившем с 24 по 26 ноября. Угу. Можно я задам опять вопрос? Да. Вот вам не кажется, что начиная там с какого, как вы прочитали «Анастасию» с 99 года, как бы, как будто нечто стало вас вести, конечно, да? Конечно. То есть мы сейчас вот приходим к выводу, что такое ощущение, что вы попали во что-то, что вас повело, да? Ну, я на протяжении почти всей своей жизни искал путь, а для чего я живу, для то есть вы искали цели, такой, конечно, путь? Конечно. Оно постепенно меня к этому привело, вероятно, так. Все, поехали дальше, называют. Поехали дальше. В этом режиме поиска. Так вот, я продолжу. В ноябре проходил конгресс. Он был очень для меня знаменателен, потому что у меня 26 ноября день рождения, и как раз мне исполнялось тогда 50 лет. Ну, то есть для меня это было как бы подарок. Совпадение, да, совпадение такие, вот эти, да. Совпадения не случайны. И предыстория этого конгресса, этот конгресс готовился. Можно 10 его лет. Просто, можно, не надо, конгресс, мы удаляемся в сторону. Мы будем идти только по одной точке и цели. Конгресс. И вот дальше вы опять хорошо. Про себя и дальше по, к проекту. А то так мы уйдем и не вернемся. Нет, мы как раз вернемся, я начну с большого, и вы поймете, зачем я там. Я сам это хочу как раз наоборот обострить ваше внимание, потому что конгресс показал, что такое квантовый переход и вообще о чем там шла речь. Конгресс этот готовился, назывался он «Итоги тысячелетия», и готовился он 10 лет. Почему он 10 лет не проходил? Почему искали пути объяснения происходящих событий? И вопрос только был один. Да, человек находится сейчас на грани перехода в новое свое качество. И об этом а можно может, было либо гибель, либо новое качество. Новое качество. Все-таки новое качество. Да. Человек должен перейти в новое качество благодаря каким-то возможностям, своим, сверхчеловеческим, не знаю каким, это все изучалось. И проводился поиск такими людьми, как вот Наталья Петровна Бехтерева. И в 2000 году Наталья Петровна Бехтерева столкнулась как раз вот с Бронниковым, с его ребятами, с теми возможностями, которые открываются перед людьми, которые занимаются вот по системе Бронникова. Изучения привели к феноменальным результатам. Было сделано три открытия. Одно из них называется «Прямое видение человека». Можно я остановлюсь сейчас и как бы вернусь? Значит, я хочу сказать, что мы вместе с ведущим Андреем Филатовым и Марией Карпинской еще до того, как встретились с Юрием Эдемским, встречались с Бронниковым Вячеславом и бывали на занятиях. Значит, я просто как бы хочу подтверждение. Значит, я не верила, что вот эти дети могут видеть сквозь темную повязку. У нас фильма нет, поэтому вот как бы... И я лично проверяла.
То есть я сама проверяла повязку, одевала. Значит, я доставала из портфеля собственную книжку и давала возможность им читать, читали. Но тут недавно мне все время, да и нет, говорят, сказали, вот тут один человек сказал, а вы знаете, что у этой повязки она сделана вот так, и вот здесь можно, если скосить вот так глаза, то можно читать. Вот, это как бы просто комментарий. Поехали дальше, значит, итого, открыли прямое видение. Ну, вы сами понимаете, Институт мозга человека. Наталья Петровна Бехтерева – это человек, второй человек в мире по изучению мозга. Она всю жизнь посвятила изучению мозга, более 50 лет. И, естественно, для этого человека вот эти открытия – это не какая-то сказка, а это реальные вещи, которые, наконец-то, удалось зафиксировать и удалось представить в виде отчетов. И Наталья Петровна Бехтерева вот на том самом конгрессе, с которого я начал вести вот нашу беседу, она сделала заявление. Угу. Заявление, представив Бронникова, его ребят, и представив его метод, который назвали «Альтернативное видение человека», как метод, позволяющий человеку практически осуществить этот переход в новое качество. И на этом конгрессе было сделано следующее заявление, резолюция, что человечество переходит на новый этап своего развития и идет к гуманитарному, в скобочках было написано по-русски, человеческому обществу. Гуманитарному человеческому обществу. Есть, человеческое, да, от слова человечность? Да. То есть вот не звериное, вот как сейчас, именно человеческое, а именно человеческое. Да. Угу. А человек переходит в новое качество. От человека разумного к человеку сознательному. Угу. Человек разумный, строящий свою жизнь на знании результатов будущих, строящий свою жизнь методом проб и ошибок, а человек сознательный строит свою жизнь на знании результатов будущих событий. То есть он уже не совершает никаких ошибок? Конечно. Он видит будущий результат. То есть он создает проект, видя свою цель, и идет к этой цели прямым путем, рассчитывая каждый свой путь. А можно такой вопрос? Вот сразу у меня возникает. У тебя никакого вопроса не возникло? А у меня возникает вопрос такой. А вот то, что человек не будет совершать никаких ошибок, то есть он не, ведь это же называется как бы чувство, ведь когда мы испытываем чувство разочарования, а потом приходит счастье, вот на этом контрасте мы как бы, ну как это, понимаем что-то, когда знаем, что такое несчастье, то знаем, что и такое счастье. А если человек будет такой, то он не будет похож на какую-то машину, на робота, который наоборот, вот четко идет, как по программе? Наоборот. Наоборот? Я думаю, что как раз думая, что мы живем за счет того, что нам плохо, и когда мы получаем что-то хорошее, и это и есть счастье, совершенно нет. Это ошибочно, это ошибочное, да? Представление вот человека разумного, а человек сознательный, он как раз, зная, видя свое будущее счастье, что такое счастье, с этим тоже надо разобраться. Я думаю, если мы продолжим нашу дальнейшую беседу, это не одной передачи разговор, тут много интересного может проявиться в понимании многих, так сказать, слов, которые мы каждый по-своему интерпретируем. И как раз такой человек и есть счастливый человек, который видит свой путь и идет по нему, а не тыкается из угла в угол, как слепой щенок. Как слепой щенок. Где-то он наткнулся на иглу, стал наркоманом, где-то он наткнулся суицидом, как бы решил свою жизнь. Это проблема сейчас. Сейчас 8 миллионов детей в России беспризорных, безнадзорных. Ну, это мы знаем, да, уже тут говорили. Откуда? Вот как раз они тоже ищут пути, но никто не может подсказать этот путь. Так вот, программа «Мир глазами слепых детей» – это как раз то, что может им не только подсказать, а дать правильное направление и дать им инструмент, который позволяет им увидеть то, что они хотят получить. Угу. Увидеть реально, в реальном времени. Ну, то есть никто-то, конструктор... не какой-то пастырь там говорит, вы знаете, вот идите за мной, люди, кстати, я тут, извините, хочу прочитать как бы по ходу, да, я тоже за вас, потому что я прошла разные пути, видела, как пастыри слепые ведут слепых овец неизвестно куда. Вот, и еще Галич сказал, не бойся войны, не бойся тюрьмы, не бойся мора и глада, а бойся единственно только того, кто знает, как надо. И он не знает, не идите за ним. Он скажет, идите, не идите за ним. Ну вот в данном случае с Бронников, он не пастырь, который ведет, что это такое? То есть чем он отличается от всех сегодняшних лжепророков, так скажем, которые приходят, как Мария Деви, Виссарион, там сколько их, Береславский, боже, и много-много других, которые вот говорят, я великий учитель, сплачивайтесь все вокруг меня,
значит, результат кончается, люди сдают деньги и, так сказать, и попадают в какой-то неизвестно куда. Вот, и дальше, как они живут, совершенно непонятно. То есть они смотрят в глаза, когда пастор им скажет «отмашка», они делают эту отмашку. В данном случае, чем ваш проект отличается вот от всех вот этих вот, так скажем, того, что прошло, прокатилось по всему земному шару? Чем-то отличается? Значительно отличается. Расскажите, во-первых, пожалуйста. Тем, что человек все это делает, будем говорить, сознательно, понимая, зачем он это делает. Зачем? Для того, чтобы достичь какой-то своей цели, которую он может перед собой поставить. Во-вторых, когда человек начинает проходить путь вот этого развития, он одновременно получает путь духовного развития. Это второе. А самое важное, то, что человек это делает сам. То есть ни кто-то нам, ни Бронников, ни я, ни специалисты, вы сами только себе развиваете то, по тем советам, по тем рекомендациям, которые вам дали, свое внутреннее, внутренние свои возможности. То есть Бронников как таковой просто принес только методику, да, так получается, технологию назовем. То есть и это уже совсем другое, это уже некое отличие, да, еще, значит, для тех, кто там религиозный или еще что-то. Значит, вот эти вот все, я считаю, что все эти вот понимания, что там это от дьявола, а это от Бога, это мракобесие 15 века. Вот, значит, мне хотелось бы, чтобы все эти мракобесия были прекращены, вот, потому что на самом деле наука и религия должны развиваться вместе и соединить свои знания. Вообще наука с религией должна соединиться, потому что, как мне кажется, религия несет духовное нечто, да, Андрей? Так ведь? Вот, религия, прежде всего, переводится как благочестие, буквально его перевод. То есть, а что это означает, благочестие? Сейчас вопрос. Ну, благочестие – это добродетель, человеческие добродетели, честность, что там еще? Ну, можно назвать, что это духовность, да? Вот это вот, ну, да, религия. Конечно. А наука что такое тогда? Наука – это путь разума, когда человек овладевает и познает окружающий мир. Так, вот как ты считаешь, проект Бронникова, ну, к которому мы подходим, это проект разума, так? Ну, то есть... Ну, прежде всего, мне хотелось задать вопрос нашему гостю. Вообще, он овладел этой методикой? Технологии, да. А сами вы открыли вот эти возможности, радарное видение и так далее? Нет, вы понимаете, дело не в этом совсем. Оно мне очень помогает. Вот метод мне очень помогает в жизни. Во-первых, во-первых, он мне помогает сохранять силы. Не то, что сохранять. Я к концу дня чувствую себя бодрее, чем с утра. Не делая физических упражнений, каких-либо дополнительных, каких-то там, я не знаю, классов. Извините, значит, в Бронникова, в его методе не главное вот это вот открыть радарное зрение, чтобы видеть, образно конечно, говоря, без нет. глаз. Конечно, а что нет. там главное? Главное заложено в том, что вот первая ступень, которая называется гармонизация функций органов и системы организма человека, гармонизация развития, это как раз помочь своему организму стать независимым от внешней среды, от влияния звезд, там, лун, от влияния каких-то внешних воздействий, людей, геопатогенных зон, там, механизмов и так далее. Момент, сразу возникает вопрос, а вот сегодняшняя загрязненная пища, там вот эти вот все, вода плохая, это тоже можно избавиться от этого влияния? А зачем избавляться от того, что вас окружает? От этого не избавляться надо, к этому просто надо приспособиться. И человек способен это делать при своих, так сказать, возможностях своего организма. Он способен радиацию переносить, способен высокие температуры, низкие температуры переносить. То есть, используя методику, вот там первые, вы говорите, ступени, да, зазвучали. Вот да. Помните, там у нас у Гёте высокие ступени зазвучали. Мы сейчас будем говорить о первой ступени, которая позволяет нам, я сейчас просто буду по прямому тексту говорить, ну, допустим, пить воду нашу сегодняшнюю из-под крана или грязную воду из озера, и если вы это самое, то приспособиться к этому и спокойно переносить это, не заболевать, так? Да, я именно за это. Потому что многие сейчас пути, а как от этого укрыться? Многие там барокамеры предлагают, различные кондиционеры, там воду очищать, но от этого не укроешься. Ведь многие люди из-за границы, обладая, так сказать, вот такими приборами, приезжая в Москву, допустим, или в Россию, они попадают сразу в совершенно другие условия, они быстрее заболевают, они практически очень сложно адаптируются в этих условиях. Те люди, которые прошли метод, они быстро адаптируются, быстро умеют себя восстановить. Вот это в этом особенность. Почему? Потому что они знают, как это сделать. Так, на первой вот ступени. Еще такое, вы сказали, что вот эта программа помогает человеку
быстрее достигать своих целей, которые он ставит перед собой. А вообще целей много у людей? Да, какие цели? Какие цели имеются в виду? И не сходятся ли они в одной точке, да, это опять-таки хорошо жить. Знаете, и так далее. Главная цель у человека? Ну, скажите нам. Путь к Богу. Путь к Богу. Конечно, мы все идем к Богу. Вот это наша главная цель. Нет, ну вот каким это, путем подождите, мы идем? Подождите, это важно. Не ответ, как бы, путь к Богу, это не ответ, это не ответ. Для меня это не ответ, путь к Богу, что значит путь к Богу. Нет, мы говорим немножко о других целях, да. Человеческих целях. Вот давайте цели, вернемся давайте все-таки на первую ступень, да? Мы стоим на первой ступени. Значит, вот проходят эту первую ступень и обретают образно, вот для меня практика, да? Давайте практически говорить. Вот очень важно, прошел человек первую ступень, он может хлебать воду из грязного озера, образно говоря, есть пищу, которая засоренная сегодня, и ничего, ему хоть бы хны, правильно? Немножко, конечно, так утрируем, а я объясню, если у человека происходят какие-то проблемы, они обязательно происходят, мы все находимся в этой среде, мы можем отравление получить, можем какие-то физические удары, там, я не знаю что. Вот, есть совершенно простые вот эти упражнения, которые спасают и реабилитируют организм, возвращают его в нормальное в исходное положение быстрее в несколько раз, чем обычный физиологический способ реабилитации, скажем, грипп. То есть это не профилактика, это уже ликвидация последствий, образно говоря, так? Да, в принципе, это реабилитация самого себя. А, реабилитация, а профилактика, извините. А профилактика тем более. Мы учим организм быстро адаптироваться к любым условиям на автоматическом режиме. Угу. Мы ведь многие вещи не воспринимаем. Вот действие гепатогенной зоны многие не воспринимают. А возникают раковые заболевания от этого. И об этом много говорят и пишут. Радиация мы не воспринимаем. И ну, поэтому организм человеческий не воспринимает. А вот ребята, видящие, так сказать, прямым видением, вот в масочке, как говорят, через маску, они видят радиацию. Можете себе представить? Видят радиацию. Они видят музыку. Ну, я думаю, что они видят мысли совсем чужие. Другое. Представляете, это, что это такое? Свои мысли. Вот что важно. Я вот недавно прочитал книгу Николая Левашова и очень там получил много подтверждений того, что происходит. Да, это экстрасенс, очень хороший, да, большой целитель. И он там затрагивает вопрос о так называемой черной материи. Вы слышали, что это такое черная материя? Ну, черная дыра слышали. Так вот, черная материя... Оказывается, вот астрофизики сделали расчеты, что все планеты во Вселенной, они благодаря определенной своей массе удерживаются на своей вот орбите. Если эта масса будет плюс-минус где-то либо меньше, либо больше той, которая допустима расчетной массы, она уходит с орбиты, и, естественно, происходит катастрофа. Но ни одна планета еще вот так не разбилась, не ушла. То есть что-то их удержит, вот эта массовость. Они сделали расчеты, оказалось, что масса планет и масса, которая определяется на уровне знаний материального мира, материальной среды, вот сейчас известной науки, отличается в 10 раз. Угу. То есть мы имеем знания о 10% материи. Что сделала наука? 90%, а 90% они назвали черной материей, темной материей. Ну это мы, подождите, мы опять уходим в высокие материи. Нет. Давайте вернемся к Земле. А я вам объясню, вот для чего. Вот эти дети, вот эти люди, которые вот этим способом, который называется прямое видение, это отличительный способ от тех, которые вот владеют экстрасенсы, телепаты, всевозможные, они тоже видят нечто. Но как отличить реальное от нереального, от, так сказать, мифологического, так будем говорить, от фантазий, они способны вот эту черную материю просто-напросто осваивать, видеть ее и изучать. Подождите, мы вот уже с первой, по-моему, прыгнули на какую-то... На первой ступени открывается вот это зрение у, скажем, обучающихся? Да, у многих, особенно у детей. У детей практически до 14 лет 100%. 100% почти у всех открывается. Да. Старше уже нет, да? Старше сложнее, а причина — переходный возраст, перестройка организма, но совершенно другие процессы начинают происходить после полового созревания. Подождите, а взрослые? У взрослых где-то у 50% это получается, но не так, как у детей.
У детей это естественный процесс до 12 лет, а после 12 лет это процесс, уже требующий усилий. Поэтому, допустим, мне, например, сейчас в моем возрасте стать чемпионом мира, допустим, по каким-то, по легкой атлетике или по тяжелой атлетике, возможно, но это требует больших усилий с помощью... хотя бы открыть вот открыть в мозге, ну как зачем? Нет, я свою закончил тему. А зачем мне становиться чемпионом мира, если время чемпионов мира вот в молодом возрасте, тогда нужно... Нет, чемпион мира это одно, но вы же говорите, что... Каждый человек должен обладать вот такими способностями. Конечно. Так, теперь, значит, вот открылось там у какого-то количества детей, открылось данное зрение, да? Это уже первая ступень они прошли. Что они делают на второй ступени? Ну, будем так говорить, не то, что открылось. Ну, после первой ступени, как правило, проверяется определенная, делается диагностика и проверяется возможность включения мозга в другой режим работы. Это мозг включается в состояние работы сверхсознательной функции, когда эта функция работает, начинает под управлением сознания человека. Это очень важно. Понятно. Ну вот сейчас вы сказали, это очень так сложно для людей, я пытаюсь переводить это на более простой язык. Вот смотрите, как я знаю, опять, по моим расследованиям шпионским, значит, происходит так, когда проходит первую ступень, которая связана с определенными упражнениями, измерением полей там и еще такое, значит, в самом конце появляется некий мастер, который, образно говоря, проводит занятия с закрытыми глазами, где как бы они начинают видеть первое, сначала точку с закрытыми глазами, где-то там, потом эта точка превращается в линию, я права? Потом линия растягивается, превращается в экран. Потом этот экран начинает менять цвета, это с закрытыми глазами, красный, белый, синий, зеленый. Потом на этом экране начинают рисоваться какие-то уже картинки. Я права? В самом процессе, в общем-то, да, но приходит не мастер, а те же самые люди, которые занимались, тот же самый человек, который как бы... проверяет, насколько его мозг сейчас готов к этому. Но как может он сам по своему управлению, по своей команде, это очень важно, научить мозг по своей команде выполнять те действия, которые вы же ему и даете. Момент. Значит, получается такая вещь, что тот, кто учит, может абсолютно не иметь этого радарного зрения. Мало того, это даже запрещено. Почему? А почему? Почему? Потому что здесь есть определенные... Влияние, воздействие, да, потому что эта функция достаточно серьезная. И обладают многие люди, обладающие сильной энергетикой, это экстрасенсы, телепаты, гипнотизеры. Поэтому, чтобы не было каких-то искривлений и воздействий, наоборот, инструктор, передавая технологию, желательно, чтобы он не имел этих свойств, чтобы не мешать чистоте развития этих функций. Ну вот извините, я тоже опять, вы же этого не знаете, я вам рассказываю то, что я уже знаю, да? Потому что расследование проводила. Значит, я провела целиком вот первый курс, первую ступень прошла, и в конце, значит, ну там появилась мастер, как она себя назвала, женщина, которая должна была вот у всех сидящих там открыть вот этот вот биокомпьютер. Значит, и вот у меня, допустим, меня не допустили к открытию, потому что в это время я пришла, она каким-то образом что-то там измерила, увидела чего-то и действительно не ошиблась. Значит, она сказала, что вы уже где-то там ходите. Вот действительно перед этим, если честно, я посмотрела фильм Жанна д'Арк, а я очень впечатлительный человек. И вот на несколько дней после просмотра фильма провалилась в 16 век. Туда, где Жанна жила. Вот и там уже, образно говоря, путешествовала. Вот у меня данный компьютер, как воображение, ну как у писателя, работает вообще с детства, потому что, ну только он у меня работает неконтролируемо. То есть я могу провалиться, образно говоря, в какое-то время, и чтобы вытащить себя оттуда, мне иногда требуется 2-3 дня. То есть меня здесь нет, я здесь есть, но меня здесь нет. Я как бы присутствую в другом времени, и там что-то там делаю, потом возвращаюсь. Все это происходит у меня не спонтанно. Так вот, что у вас такое, теперь объясните. Ну вот для этого существует уже вторая ступень.
по закону отражения. Говорят, все в этом мире происходит без сомнения. Каждый день и каждый час, и на нашем настроении всевозможные затмения, излучения и свечения отражаются подчас. И на нашем настроении, и апатии, и рвении, увлечении и влечении, вплоть до ума помрачения, все небесные знамения отражаются тотчас. Пара-пара-пи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